что там произошло у вас, чуваки? Да а что это такое? То мне самое. Надо было калаш брать сразу. Бери калаш. Блях, ты мух, патрон нету. Чё же я такой везучий-то? Может здесь? Ни хрена. Двоих что ли убил? А, нет, одного. Чё я такой везучий-то? Чё происходит? Капец какой-то. Охренеть! Как я вообще выжил? Я не понимаю, как я их убил, я не понимаю даже. Сколько я минуса дал? Они себя вели вообще как вот, и вы, наверное, вы видели. Это просто нечто. Я не понимаю, почему я жив остался. Они меня вообще, по-моему, там... Все, мне нет слов. Ладно, неважно. Короче. Может быть так же. Я вообще люблю так рашить через их респу. Часто они не сидят, не смотрят, а не боятся то, что их с нижней темки, ой, с верхней могут обойти. Ну зашибись, скар. Скар купили. Молодцы, ребят. Чё? Ну это фигово, конечно. Скар свал... Ну это сволочь там сидит. Блин, да вроде минуса уже дали. Чё их так много, ты тиров? Ты чё тут стоишь? Ну стой тогда. Иди смотри, чтобы... О, у нас есть шанс. Надо их обходить скорее, наверное. Его убили? Нет, по-моему, там стоит. Да, ну чё, будем сидеть ждать. Я не пойду под АВП туда. Что-то звуки плохо слышно. Так, они на что ли пойдут, скорее всего. Сволочь. Он даже не подпытался меня... Топаю, конечно. Тихо. Тихо, не надо, не хочу рисковать. Вот. Интересно, он за мной идет? Так, это что? Время, 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 время. Блин. Вот гады. Ну что за бред? Ну нечестно так с АВП сидеть. А как мне... обойти ты их. Блин, что делать? Ладно. Так. Блях ты, муха! Ну я уже не успею. Ладно. А может и успею? Не, не успел бы, наверное. Блин, ну дает, а. Я не понимаю, сколько можно сидеть и выигрывающей команде с АВП, просто вся команда с АВП. Это невозможно уже. Ну им, ну как кто так поступает? Лохи так поступают. Вот кто так поступает. Нубские лохи. Падла. На тебе. Зашайтанил ему прям. Чё-то тут меня устроит. Опа, ёптвою. Чуть свет не... Чё там? Гроза, что ли, на улице? Свет мелькает, мигает. Так, чё-то у нас... Чё тут расселся, блин? Кусок говна с АВП. Смотрите, не вся команда с АВП, но это нереально уже. Это какой-то бред. Нубский бред, это я называю. Потому что... Потому что... Давай, уже, блин. Сдохни. О, вулкан. Правда, не самый идеальный, ну да ладно.
Ну, бяры, блин, с ОВП сидят. Капец какой-то вообще. Как так можно? Вы не знаете, как так можно? Я тоже не знаю. Я вам тут... Дефузим, блин, нубы. Хотя бы так. Хоть пару раундов-то взять. Пизм вообще какой-то. Хотя бы для приличия калаш возьмите. Чё же, человек 5 ОВП. Сволочь такая напугала меня чуть-чуть. О, блин. Хрен ли это происходит? Почему я, почему за этими коробками все время сливаюсь? Мне за ними прям не прет, потому что мне приходится выходить, наверное. Падла, чуть не попал меня. Так, а, ну я один. Давай! Двоих убил, да ладно. We lost. Фу. Ну тебе повезло, парень, тебе повезло. Так, короче, берем калаш. АК-47, точнее. И надо идти, надо идти, идти, идти. Надо долго идти. Да нет, допрыгать-то чуть-чуть. Дымок сразу. Чпоньк нафиг. Чтобы, чтобы как-то залететь к ним. Нужен дым. И хотя бы одна. Ну, желательно, конечно же, две флешки. Так. Ну ч, ну чё, давай, чуваки. О, отлично, бомба идет. Погнали. Ну. Оп. Отлично. Ну и все, сойдет. Нормально, теперь ставь бомбу. Чё делать? Надо туда заходить, короче. Все, без вариантов. Ни вариантов больше нет. В принципе, мы можем слиться сейчас. Последний раунд же. Ну, для... Но у нас есть все шансы. Все шансы. Так что, если бы вот так почаще залетали бы к нам нарез, прям все вместе. С флэ... со слеповухами. С ослепляющими гранатами. Светошумовыми. Было бы гораздо круче и больше вероятность того, что мы затащим, выиграем. Падлы, вонючие сволочи, гады, мрази, вонючки, кто там еще, они, я не знаю. Невозможно, невозможно. Просто невозможно. Сколько можно просирать? Почему? Почему у меня... Почему я выбираю ту команду, которая проигрывает? У меня прям на них нюх. Может быть, это я, но я же не сливаю. От меня же... Там, не от меня же зависит, сливается ли команда или нет. Падла, ты еще мне... Не захедшотить. Давай, давай, со всех сторон там на меня. Лохи, что ли? По одному надо. Блин, ну чуть-чуть не хватило, сволочь. Развернуться ему вообще долбануть. А может, стоит, смотри, вот этот кто? Какой-то чувак. Ну-ка, давай за ним пойдем. Как там? Дела обстоят, нормально? Нормально. Давай, ты мне еще скажи... что я бы его не убил, я бы вообще офигел. Так, ну чё, пока идти не... Хотя... Хоба. Чё такое? Там кто-то есть? Меня бесит этот проход. Там таких это иногда ловишь, вообще просто диву даешься. Офигеть. Иди охраняй бомбу, у меня хп нет. Давай, иди. Иди первый. Сколько у тебя? 83, а у меня 19. Так что иди отсюда. Надеюсь, меня не заметят. Я в угол вжался. Ах, офигенно. А, у него муха, что ли, ля ВП? Он меня с... Писта сейчас добьет. Ну, сколько можно, ребяточки? Да, детка. Так, задние обойдут. Не знаю. Не бойтесь.
сюда, иди, персик. Да, тащит, кто тащит? Синий глянец тащит. Синий глянец?